Александр, добрый день. Снимаю вам видео с саженцев фундука, которые у вас брал. Вот так они выглядят. Да, загущенная, конечно, посадка у меня. И все. Больше они смыкаются. Но ничего страшного, пересадим. Вот. Вот так они выглядят. Тут дом. Ну вот на фоне дома они так вот смотрятся. Ну, уже вот этот самый большой, наверное, 4 метра точно он вырос. Выше меня. Ну, 3,5 точно есть. Урожай собран. Вот с 8 кустов я собрал 3 ведра. Садил я их, кажется, в 18-м, в конце 18-го года. То есть вот так они смотрятся. Уже скоро будет лес густой. Надо будет прореживать, наверное, их. Всего 8 штук. Вот такие большие кусты выросли уже. Ничего я с ними не делал, не подрезал, ничего, только поливал. И то там в прошлом году вообще не поливал, в этом году немножко поливал. Александр, по поводу схемы посадки. Как-то в ваших видео я видел загущенную схему посадки, вы там говорили, можно 2х4. Вот я ее как бы применил на своем участке небольшом. Это у меня экспериментальный участок. Готовлюсь к гектарным посадкам. Хотелось вот самому посмотреть все, как оно растет. Вот. Насчет затененности, ну я бы не сказал, что затененность. Сейчас вот первая половина дня, солнце у нас жарит не хуже, чем в Крыму у вас. Тепло. Вот, вот так выглядит мой экспериментальный участок. Схема посадки 2х4. Между деревьями в ряду 2 метра, между рядами 4 метра. То есть, если интересно кому-то, могу взять рулетку и померить 2х4. Больше не получалось у меня посадить, чем 4 метра. Ну, можно было, в принципе, тут еще расстояние до дома оставалось. Ну, вот, вот так оно все выглядит. Вот. Это самый большой саженец. Он, наверное, 1 метр под 4 вырос за это время. Остальные не сильно отстают. Ну, примерно так же. Где-то поменьше, но больше этого нет. Этот огромный, я даже не достану до макушки рукой своей. Я как бы не маленький, 1,80 ростом. Вот так они выглядят. Урожай собран. Ну, может, где-то там пару орешков осталось. Ну, отлично он растет. Отлично себя чувствует. Уже заложили сережки на следующий год. Сейчас покажу, где-то я видел. Ну, вот уже заложенные сережки, туда неохота залазить, у нас дождь был. Вот сережки. Ничем он не обрабатывался, ничем я его не прыскал. То есть вообще ничего не делал, я даже не удалял те саженцы, которые вы рекомендовали удалить после роста куста. Они у меня остались. Жалко было мне их удалять. И вот так он вырос. То есть вот такой у меня получился небольшой сад. И вот еще сережки заложены на следующий год. Надеюсь, в следующем году урожай будет больше. А по поводу пересадки. Да, конечно, я, наверное, воспользуюсь вашими рекомендациями. По поводу деления куста. Потому что поросли там очень много. Получится, наверное, немало кустов. Но это, наверное, будет в следующем году. Потому что тот участок, который у меня отведен для этих орехов, он еще документально не оформлен. Тут у меня есть еще 25 соток. Хочу в Донецке посадить. И хочу заложить все-таки большие гектарные посадки в Крыму. То есть эксперимент прошел успешно.
Я на своем опыте убедился, что фундук трапезунд растет. В Донецке растет он неплохо. И морозы у нас были. И меньше, ой, минус 20 опускалась температура за эти годы. И ниже опускалась. Ничего с ним не случилось абсолютно. Ничего не вымерзло. И обратные заморозки у нас были тоже. Все реки полные. Там может на весь участок, там может штук 5 из тех, что я переработал, попалось пустых. Ну, я считаю, это так вообще очень мало. Вот, так что всем удачи. Сажайте фундук трапезунд, и будет вам счастье. В Донецке себя он прекрасно чувствует. Я думаю, что, наверное, где-то и дальше в России, на севере, там, ближе туда, к Москве, можно садить, и будет все хорошо.